Доброго времени суток. С вами программа «Профессионал». Я ведущая Жанна Лещерова. Итак, раньше наши с вами предки ездили на конях. Сегодня это железный конь. Для того, чтобы его приобрести, нам нужен настоящий профессионал своего дела. О своей работе нам сегодня расскажет менеджер по продажам. Расскажите, прежде всего, как вы пришли в эту профессию? Пришел в эту профессию я 1,5 года назад. В принципе, работаю я здесь, как салон уже открылся здесь. Пришел, как все обычные люди пришли, меня приняли на работу. В принципе, я ничего не знал об этих автомобилях. Первое время как-то было, как вам сказать, сложновато, да. Но когда я начал вникать в эту уже систему, в дальнейшем я уже начал узнавать уже об этом автомобиле все больше и больше. Мне это уже стало им более как бы интереснее. Как происходит работа с клиентами? То есть здесь нужны какие-то определенные психологические навыки? Ну, здесь уже мы выявляем потребность человека. Раз, то, что он хочет для себя этот автомобиль. Что он для себя хочет, для чего он хочет, как, где он будет ездить на этом автомобиле. Когда человек уже на данный момент уже как целеустремленно уже знает, что он хочет взять, мы этому ведем к нему, да, к этому. То есть он уже приобретает уже автомобиль. Пожалуйста. Можно дать? Конечно. Данный автомобиль, как я говорил, это будет объем 2,5, двигатель V-образный это будет здесь. Данный автомобиль собирается в Японии для европейского рынка, комфортабельный автомобиль, автомобиль бизнес-класса. Да. Всевозможные вот здесь у него есть функции, подогрев сидений, коробка автомат будет, климат-контроль, чейнджер будет здесь у вас. Как проходит процесс тест-драйва? На тест-драйве, когда садятся, они смотрят, обращают внимание на автомобиль. Смотрят на автомобиль, и уже когда человек садится, он начинает ездить на этом тест-драйве, уже ощущает его езду уже автомобиля. Для кого-то нужна будет мягкость, для кого-то жесткость. Допустим, тут по-разному. Класса седана, допустим, автомобиль, человек уже хочет мягкость. Если, допустим, внедорожник, он хочет уже более уверенный автомобиль. Допустим, если ехать на трассе, там, к примеру, хочет уже жесткости, допустим, чтобы уже динамичный был автомобиль. По каждому автомобилю, по езде он очень, они очень разные. Мы сидим рядом, консультируем его, потом, то есть помогаем ему. Бывают такие комплектации, допустим, чересчур много кнопок, ну как там, человек не знает, допустим, мы подсказываем в дальнейшем, что делать, как ехать, как переключить, допустим, подключить привод, к примеру, там, подключить полный привод. Переключить, допустим, на пониженный, повышенный. Просто видите, все на борт-компьютер как бы. Сейчас на данный момент мы ездим на объеме 2,5. Это будет премиум класса, то есть это самая максимальная комплектация будет автомобиля. В этой комплектации что имеется, здесь уже будет трехзональный климат-контроль. То есть, как вы видите, вот спереди, вот слева, справа, и также сзади будет климат-контроль. Выбирайте себе автомобиль по душе, приходите к нам, мы вам поможем.